Блять, Frozen. Ой, отлично, блять. Прекрасно, согласен. Ну, наконец-то. Придется это, заводить Малти, блять, на стену. Да, и умирать потом, блять, на 40%. Да. Сейчас сделал мне этот девенсер зашел. Дашка, привет. Давай локоть вот гильдию загоняй к нам. Че там? Сидишь где-то. Скучаешь без нас. С кем ты разговариваешь? Даша. Сам с собой, бля, я шизик ебаный. Блядь. Здорово, все. Здорово. Здорово. На, ты где? Где-то стрелял. Это кому-то сакет отдал, не тому. Уже не тому, да и. Так, ну я, наверное, буду... Сурве? Драж. Давайте веселиться. Хотя на конях плохо вообще. Мы, наверное, будем... А, ну у нас типа два вара, получается, крик ХП будет, да? Давайте, Дадох, ты на АП кричишь, а Ого кричишь на ХП постоянно. Не, давай я на ХП буду кричать. Ну, давай, на ХП. Давай, давай, ты на ХП, а ты Ого на АП кричишь. Да, ты в корде. Да, там где надо. Всё, сейчас... Бафер сервис. Лапку дай, типа. Трои. Друид, дай всем лапки, пожалуйста. Дай масс-лапку просто. Сейчас тоже что? Масс-лапку. Ладно. Ой, вот так вот, блядь, сделают. Она, кстати, она такая же, как у Друида? О, знаешь, какая идея. Да, все. Ну да. Да, она пойдет такая же. Не, там 2% у совы, типа, она усиливает, кажется. По... Без вот этого. А. Тихо, я даже скажу, что нибудь DC все молчат. Ну, дамаж. Раз, короче, что в DC. Не, на то. Да. Так, тут два пока у нас по факту. Вот. Ты чё, ребят, я озвучил Unroll. Может, Unroll один на усмотрение будет. Кто за какой? Может, хоть и ебан. Скорее всего, это токен, потому что ебан. Ну, сами понимаете. И тоже, да, хз, какой токен еще. Кстати, ну, 2Т9 купил и прям, ну, по-моему, апнуло. Да? Я хочу 4Т9. Ну, прям вот 2Т9, 2Т8 и руки нормально, кстати. Выглядит бодро. Только что-то этот укус как-то хуёвенько критуется, честно. Играйте в коня, парни, он стреляет. Потом зальём весь остальное. Укус мне. А он не вообще не убил. Коня, пожалуйста, вот выбил его. Тут же трепет стоит. Ну он же тикает так-то.
Тихо не попадает сейчас. Бля, а чё, типа, у меня, смотри, у меня, блядь, плечи и голова, одна альянсовская, другая ордынская, чё, типа, сет-бонусы не работают? А о, там на... Так, на острове, там же есть у вас в магазине, можно снять метку. Принадлежащей фракции. Где на острове? Ну, сейчас я попролечу. Ну, на этом, блядь, на вашем. На Флопсе? Нет, в пиратской бухте. Ой, в пиратской бухте, блядь. Ну, в этой. Ну, да, на бухте. Подожди, да. я купил нечаянно альянсовскую, получается, плечи и ордынскую голову. Там уже есть какая-то просто херня. У вас снятие метки, там фракции какой-то. Что-то такое там. Да, будет. Где это? У торговцев. Как заходишь вот в этот домик, к телепортеру, вот по правой стенке он должен стоять там, продавец всякой херни. Там, где на трансмок еще что-то продается. Вот, где-то смотрю. Там должен быть. А, указывается. Вот, ну да, тут. Вот снимает это... какие знаки различия там какие-то, что-то такое. Ибо тут нужно 75 этих эмблем нахуй того и того и того. Ну, печать ветерана. Улучшает указанный предмет, снимает свою метку ренегата, а также меняет внешний вид участника. Я не знаю, там надо искать, надо читать на форуме. Где-то есть у вас эта штука. А что тебе надо, сам? Ну я ничего не купил, ты 9, блядь, ордынскую голову и альянсовские плечи, и они не работают, ебать. Ну, значит, тебе надо покупать одно. Все, ну пиздец, поезд ушел, типа. Почему? Он засядал. Вредочарил, ну все. Ну да, это ж подъебало получается. А нахуя вообще продавать, типа, два разных сета, ебать, че, рофлы? Я даже не обратил внимания. Так ты можешь продать, типа, одну шмотку и купить ордынскую? Нет, он зачарил, нельзя отменять. Напиши на форуме. Да, может, админ как-то поменяет. Да, пиздец, ты чё? Типа, напиши, я конченый аутист. Не надо на форуме писать, просто тикет напиши, короче. Ну да, да, тикет. Дают два вида, типа, для вида. Ну, может, кому-то нравится больше альянс, свет из ренегата. Как один плюс преподносит. Один из плюс. Ну, напиши, ну, что ты дебил, блядь, не то купил. Может, помогут. Потому что так-то это по факту твои проблемы, что ты слабый. Иди ОДА еще трать. Выводят ОДА из ОДА, да? Ну да. А ну вот этот, помнишь, торговец, который там по 10 тысяч ОДА, блин, мало бы. Тоже для вывода ОДА создан. Это же не все просто так. Да. Что вы донатили больше? Заебутся они выводить его. Правильно, тихо, ты это само смотри. Ну, трэш бьём. Ой, я СВ нажал. Ну, я просто упал. А я просто с конем бегу. Где есть его, когда-то заберу, то его забрали. Ну, сейчас у нас танк активизируется. Ну, он синички или чё ему. Что, Слава, когда там норды пойдут, или они уже сходили? Они же вроде не закрыли. Кого? Алгу. Или закрыли все-таки? Или Алгово на прошлом КД, кажется. А, да? То что-то я вот сколько видел этих норд, ни одного ачива не видел. Ну, в смысле, не ачива, а звание. Видимо, не поставили. Ну, если второй квадрат примета прошел, вернуть его или сбить его, что-то. Ну, да, вот. Да. Ну, типа, иди нахуй по-доброму. Ну, кстати, ну, на вид я пишу на форме, возможно, и поменяю. Но... А у тебя какая випка? Ну, смотри, она там вот вторая. Какой ящик. Да, почистили трэш, смотрите. Похуй вообще на этот бонус. Ну, блядь, ты им еще бьем его. Бля, вообще обидно, что типа у меня, блядь, тут у змеи. А я сегодня это... Лич Кинга увидел, блядь, он с 32-й уже випкой добегает. Лоялками, в смысле. О, ебать тапки, нахуй. Нужно кому-то? Так, ну я тапки, блядь, сейчас, подожди, я гляну свои. Я уже забрал, давай. Поставь штаб. 53, 106.
Блять, честно, даже зубчатые смертоносы, блять, и то лучше нашу, если честно. Забей, давай войду. Сова, зачем тебе папки? Не ладно. Сова, они не боешные, если что. Ты их не продашь. Я сейчас просто поставлю, блядь, мастер-лут, нахуй, блядь. Давай, блядь. Добычу. И, блядь, вот. Вы просто не будете ролить, нахуй, типа ролл. Давай, лапку, бафы, сова. Дальше. Два язычных трэша осталось, боже. А чё мы с ним ждём? Я не знаю, что стоит. Вот, тебя дали тапки? А, уже, блядь, зачарил, блядь, уставил слотика. Понятно. Ебать, скорострел, нахуй. Что, у меня что-то там? Ебальник, блядь. Здесь 45-е кольцо сегодня будет. Док, а это где такие плечи падают? Что за дверь? Это 9 лучше. Это с уголов на плечи. Угу. Я-то 9, ну, после кары куплю. Два куска оставшиеся, грудь и... А почему ты думаешь, что будет выгоднее купить Т9, чем взять два токена Т4? У меня их нету. Вообще лучше бы Т4 взять, правильно? Это очевидно, что лучше, но... Поставьте банк, пожалуйста. Нету пока. Что делать? 4 куска на Хурика лучше пока. Я что. Знаю. Пока что. Так, сейчас. А еще когда Т9 245 выйдет? Там выйдет уже и фулл Т4. Ну, я так знаю. Работу поставить до этого сейчас скажете тоже. Кого? Еще КД4. Но если кто даст северные пряности или ГБ, ну Дживса, может быть поставлю рыбу. У кого опять? Я могу рыбу дать. Ауга может, ауга может поставить. Давай рыбу. Давайте. Блять, босс ждет, когда мы его убьем. Жив стоит, сразу подчинитесь. Т3 стоит сзади них. Уже, по идее, все есть. Ну, типа, если кто ходил второй раз. Ну, два раза уже. Фу. Что, полетели? Потерчили. По таймеру будем ролить? Ну, токены. Чё? По таймеру токены, да, будем ролить? Таймер. Ну, чтобы потом есть что выбрать. Что не знаю, посмотрим. Друид. Все, уже пульнее. Я спуляешь войт. Да хуй на эту рыбу, блядь. Где ее, сова? Ты не такой босс, где обязательно рыбу жарить. Давай шаман делай. Можешь ли курсить?
сова, маг, сам могут быть тут. Здесь он пробует проклятие, если снимается мазис. Да. А, ну это типа, это не хэм, где вот эта хуйня есть. Ты не кидай мазис, он не трать ман. Делать. А мне хватит её. Босс чар. Я, конечно, не, ну, типа, теряю сколько ДПС, там, ну, то, что я не критую бус, мне, блядь. Это 9, блядь, трофу вообще, ебать. Блять, гений на админах просто, блять. Знаете, что сегодня будет? Пойдет кондёр, знаете, кто его заберет? Салат. Салат, кто же еще? Ну, Мак заберет. Тоже традиция, что сало забирают. Да, да, да. Но это сало больше дает, чем то. Чем кто? Чем та сова. Прошлое КД. О, нихуя, кольцо упало без. Кольцо, да, упало. На сову хорош. По спеку ролим, блядь. Пойду воды попью. Вы же слышите, блядь? Шавка ебаная какая-то, как на улице, да? Сука. Телёнок, блядь, какой-то. Тут стало. Сова, будешь знать, кондёр тоже мой. И токены все мои тоже. А, сова сама вроде что поступает. Ты его не пугал, он чуть ли в нём где-то. Ну, шкале повесь свой, блядь. Куда ему ливать? Ха-ха.
Ну да, безысходность уже. Блять, что-то уже страшно нахуй идти с вами. Блять, заебало нахуй же. Шалка ебаная, чё оно там мной там? Надо вылететь нахуй. Опа. И все, бля, Оля, все, у всех, блядь, кожи, парняшка, блядь, у всех. О, понятно. Как сделать такой же трансмог на лисичку, как у тебя? Какой трансмог на лисичку? Ну вот, которого чернохнили, мы смотрели, какой пиздатый. Ага. Ну кого это? А сколько можно за фул кару получить лето? Снимите, пожалуйста, нам. Ну за фул, наверное, много лето. Там же театр еще, это там для лето пиздец. Не-не, ну как обычно ходят, типа. Сколько это будет все случай? Да мне кажется 1003 максимум. Может 3,5 будет. Ну так и смешно. Сколько репа? 3? 3,5? Зафур 10, да. Может быть косарей 12, наверное, если зафур. Не 12, но 10, 9 точно. Ну, блин. Я вот заходил, тут было, блин. Ну, мы репы сейчас, наверное, уже 800 набили. Ну, уже повторю. Вот у меня 0 куча было, сейчас скажу, сколько мы точно. Ну, смотри, за каждого босса по 370 дают, типа. При том, что я хума, мне больше дают. 1500 уже нафармили. Ну все, давай, ты будешь этот. Это по тебе будем смотреть. Да нахуй надо. Просто хочу интересно, я налоги за следующее КД получу, хотя бы если 830. 45-я есть? Ебать, он отлетает. Есть чем что-то прожать, там, взял массагр будет? Моя бит нахуй, сука. На поле что будет? Моя бит меня семечко, блядь, убила. А ты в Африке? Так ты в Зессифе, зачем ты используешь этот семечко? Можно пиробласт попалу дать? Можно, но жена! Давай. Я один. Там пал убивайте, дайте ему контроль какой-то. Блять, сейчас меня загасит, да? Я убил его тупо в вар какой-то, ебать. Ну и я там ему городу стрел накидал. Блять, пал бежит. Пал, ну-ка на джагу ему. Но он меня разок ударил. Так, сколько стоит полечить Т9, ребят? 2750. 2250. А, две, да, 2250 точно. Еще 400 дай плечи за плечами, на. А что, подниматься можно? Да, поехали там уже.
По 125 за босса даю, да? Не знаю, мне по 300 кидают. По 300 за босса? Ну я хума. Какие 30, ты что, приговариваешься, да? Да, сколько, ну-ка, ну смотри, убили коня, сколько за него дали? 150, за коня? Либо 120. Отношение улучшилось на 180, отношение улучшилось на 300. Да я не про реп, я про АД, господи. А, про АД 125. Собосы заю. Вот и, вот и решили. Ну еще 2-3 босса, и у тебя будет ОД на плечи. Хоть там по мане хилам смотрите, там, чтобы они... Потом они и бетер потеряют. А, ты еще и без према, там с према, кстати, еще кидают. По 5, типа, да. Охуенно вообще на эти 5. Ну знаешь, на длинной дистанции-то дохуя. Я че на тебя док напулил. Скорее всего, сверните пух. И батин там на это. Как будто у него два куска. Блядь, только тебе урон, пусть на лид. Прям еще и ёбнешься, а на пол у меня нет. Ебать, полетели. Всё, жизнь дорогая, не бейте сначала. Дайте собрать. Вообще похуй, тут починка недалеко. Бля, был бы я корову, я бы топнул. Дай масса корову. Похуй. Сейчас, конечно, ездит, да. Стандартная процедура бегать на этом трэше. Нужно не бегать. Я сама. Ну на, войны мы давай. Да. Блять, а вот да. Когда умираешь, репу то проебываешь. Ну а ты сразу вставай. Да, ну, да, все равно пока добежишь, чтобы... Не-не-не, пока бежишь, тебя капает репу. Тебе главное на вин зайти. А, есть. Вин зашел, все начинает как. Я вот бежал, мне соточка накапала. Улитный свет на кастовый, блядь, что пьяный, что ли? Что, сейчас тупо через Морозу играется? Да, это не СМ. Сладь не придет. Куда? Ну зачем тех, кто играется? Перчаточки. Воу. Полегче. Те троих вообще не агрив. Ай. Смотри, сова и перчатки тоже мои. Ну, работал. Это ткань. Отдай. Там совет вообще с простой. Тоже не понимаю, зачем. Ставь рыбу. Не, ну если только за неимением лучшего. А что у него там одето? 213. Да какая из них наша? Поставил рыбалку? Нет, не было рыбы. Поставь рыбу. Стоит.
Бля, надо было рыбу на рыбу поставить. Лапку дайте. Ты лучше так продрой бафову нахочу пиздил. Тоже пойду посуду, блядь. Хорошая информация. Убили одного босса, уже все поссались. Лапку дай, друид. Друид. Как этот друид, блядь, не слышал нас. Ну что, он и есть, блядь? Сейчас для приста ждем. Блин. Все, давай, поехали. Давайте не обосремся, пацаны. Это будет красивая победа. Ой, как крутим ДПС. Бля, где он? Сука, блядь, станы раздуй. Где? Да не босс просто будет, я вот стоял бы. Смотрите, осторожно там, теряете моба, потому что он может заявить босс. Это еще ёбнус. А, это работа, наверное, да? Он дал гоут. Это... А, блайн, да, сумму? Я там, походу, как акватик, думаю, что мы в 2 часа идем реально. Ну, а зачем ты ставишь на 2 часа? Я не ставил. Я когда поставил, спросил, все, стоит на час, я сказал, да, на час либо. Ладно. То есть, если ставите на 2, то не верите, там всегда час. Да потому что, блядь, какой-то хуйня с этим календарем, блядь. Ставишь на, блядь, на час, он ставит на 2, но. Ставишь на 2, он ставит на час, блядь. Не, ставишь на 2, он ставит на 3. Ну, блядь. Ну, мы тебя поняли. Мы готов палить. Союзник Филя. Да? Что, мана не садится. Ну что, сорвейте весь себе этот песенство. Спасибо, без разницы.
Инер можно на профита? Ебать, а можно плащик фарм? Ага. Я тоже плащик хочу. Ну, роль, кто выиграет, тот выиграет. ГЦ. Че, мы же по порядку, по всем идем, да? Да. Деву. А, ну так, потом. Все равно хочу Вагилова играть. Ну ладно. Похуй. Какое первое кольцо за аметистовый лук? 26. Потом 32, 45 и 58. Мне еще 2К и будет 45. У меня уже 45. А, нет. Че, 500 и будет 45. Куда вы побежали? Я ж на пуле вы, блядь. Ну, вой делает танк, чтобы они вот сюда попытались. Профессионал, но хули, каждый ТД на 5 чара гриндит его. Или сколько оно уходишь. Ебать, полюбой пацан сёркла, короче, дорвался. А? Да, я говорю, по любой чувак какой-нибудь всёрк подорвался, короче, до гринда нового, свежего, а не одного целка. На пяти чарах, блядь, кару закрывать, как-то не ебанется. Здорово, я Славик, да? У меня, блядь, чаров. На каждом закрывал льду, кору, ебать, ик. За что, сука? Сейчас опять раз два попросить, не считай. Ну если ты причем наебаться, то это пиздец. Люди откидают по одному. Откисли стали, я прибежаю. Часа за три там. Дайте диспел, ой, диспел контроль. Бля, там вилки нажал. Плаву, сколько мы тут? Короче, ладно, бля, земля попу творится. А не, дали смешно. Хорош. Имбай, больше забаву просил, чем смерч. Бля, еще одни.
Лучше тапки еще одни бы упали, да. Ебать они задувают. Ну там ее надо забивать как же этим. Гневом владеть. Да, и топорт можно, а все можно делать. Ой, как горячо, блядь. Это каражан, это каражан. Это к тому, что 20 минут бить боссов и 3 часа трэш? Да. Ну да, по факту. Шик, это дашь? Блять, пиздит опять. Пиздит. Саня, а на лоте кто у нас? Даш. А. Я вроде скоро делаю. Ой, пёс, доведёшь меня? Я пойду кофе налью. Что-то медленно дорогой. Блять, надо этих дур убить. Блять, ебаный. Дебаф навешали, блядь. Смотрите. Блять, у Рамы вы видели эту жабу? Хуй победили, там, блядь, еще трэш сверху, пиздец какой, наверное. Бафни лапку. Так, я не понял, мы сейчас куда идем? Куда мы можем идти, блядь, босс впереди? На оперу мы идем, куда мы идем? А, ну я похоже. Так, супер, нам там что-то вроде вкусное может упасть. Ну, мне вкусное на танк, да. Вот. Да я что-то и на ДД вроде, а ну на танка, да, в принципе. Да. Бафни лапку, друид, пожалуйста. В чем проблема одну кнопку нажать, блядь? Спасибо. Док, а что думаешь насчет этого, блядь, флакона нахуй? Ничего не думаю, не умею думать. Думать не мое. Ну как думаешь, заебись будет? Вообще никак не думаю. Я сижу, жмякаю 4-2, 4-2. Ну я тоже 5-6. Заебись. Он у тебя, блядь, Void Frozen думает. Да, блядь, так-то оно вроде как получше смотрится, чем этот, чем военачальник. Как минимум крита побольше.
и силы, блядь, побольше прибавляют. Ну, одевай, значит. А, нихуя. 345 силы атаки, блядь. Говнище. За луком. Да? Правда ж? Если вы просто с силой, блядь, то еще ладно. Лучше посмотри, Крис, по джунглям. Ты следующий видос так назови, я посмотрю. Так, короче, у вас там и так 2 милика, я АФК поставил около стенки, пойду покушать, готов. Рыбу послать? Ой, я бы кистевое хотел бы себе. Супер. Ставь рыбу. Ты бы только на апкрик. Я на апкрик? Не, я на хп кричу, забей. Все, давай, я вот тебе около стенки. На апья крик. Нормально. Около стенки. Устал, это что? Рэнджу набирайте. У кого за кого? Таран. Давайте, я буду на входе встану. Приз. Ты ДК не считаешь, вообще не хилил, его шаман соло хилит. ДК даже таргет хрень. Окей. Так, кто я сейчас? Это вызов. Давай, поехал. Давай. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Можешь мне серию кинуть рядом с тобой? Ой, хорошо. Христо, ты кому ПС кидаешь? Тот просил друид мне пока ему бросать. Не слушай его, бросай магу. Магу? Ну вот. Все, она пробила, да? Отлично. Давай, Шаман, там. Ты соло докосишь. Там просто фишка такая может, там щит прокнет на ДК нахуй в момент каста паралича, он просто не скинет паралич. Служи. Надо Бонар Герус давать. Давай сейчас Герусу. Она откатится. Ну так, конечно, босс вообще можно герой сдавать попал.
А, там даже стояла, блядь, все это время кастовала, блядь, потом мы сидели. Рыбакала. Мах, походу, раньше, да, проебал? Чё-то умер? Нет, Дед Небес уебал. А, красиво. Кританул на 31 просто. Ой, блядь, не врубай микрофон, пожалуйста. Там у тебя очень плохо. Ой. Да заебала она, блядь. Ну вот о чем я говорил. Даже нормалик не кидай, но этих хазар, бля, перекидываться на него. Критует и. Тем, мне болит кидать. Ну, очень нормально. Конечно. Можешь забирать себе на эту, если собираешь. Шикарно. Все шика выиграл. Пойдем, тетр. Лучше бы шика ты мне их отдал. Они все равно тебе не нужны. Там же меткости нету. На поруч. А я с 213. Что, поставьте место, на кого вы пасите. На кого он висит, вот, блядь, хантовский, это выбит. Хантовский мет. Это профи, говорит, меня, пожалуйста. Там и дух, и меткости нету все равно. Тебе они не за ненадобность. Спасибо. Пятыми потом поаккуратнее, лучше перейти копит. Такая метка ебашь, метка ханта там. Забашь.
Ой, Дох, я тебя нашел, смотри, Дох. Где? О. Бля, сиди какой нахуй. Смотри, а ты рядом. Я убежал, бля. Ну иди посмотри на себя, смотри, выебать сас. Иди трэш, блядь, да я понял. Серенький, бля. Ты серенький, да. Ля, ты крыса. А стоп, типа, у Вайда же есть, да, баф там на 10% еще? Папа. Да. Да давай всю комнату. Да, парни, давай вайпнемся. Ну, блин, если чё. В тот раз же не вайпнули. Повезло. Что там, макарошка упала? Хотя пушка нужна отсюда? Кому? Сам тебе. Да, нужна. Пупа, ну ладно. Но она лучше, чем, блядь, моя по факту намного. Ну она с критом и дыркой, да. Она с критом, и плюс она. У нее, ну, типа, три. Она трехсекундная. А у меня да? Да, это так. То есть, типа, чем. Типа, да, у нее урона больше. Мне тут не нравится, он красивый, он не транс может заехать. Так, не потеряй меня, пойду карел потнес. Сейчас я вот это заведу. Куда вы этот трэш собрели? Ну да сверху. Да нету трэша больше. Пусть все бьется. Почему бы и нет? Ну да, 21 тысяча репутации нужна. Ну я пофармил. Ой, ну куда ж ты допустил, да мне успех надо сменить. А мне рыбу покушать. Я хочу побить. А не, у меня рыба есть здесь. Не, рыбу не надо. Я же не. А, ну хотя надо, там кто-то умирал. Да давай, ставлю. Руку. Ставлю, быстрее едим. Да он пока запускается. Друид, дай лапу. Красная шапочка? Оружка, да, это красная шапочка. Они видят? А часть, ага, а часть это страноос. А, страноос? Как тут раз. С нее жезлик падает и шапка. Это красная шапочка. Да, типа, бабушка отжидала, типа, внучку. Ну все, роляем этот нахуй. Пухну. Тут, ну, прости, знаешь, что делать. Ну, я тогда отъезжал здесь, блядь, когда это, со мной бегали. Просто, если не шаришь, бегай просто по кругу и все. Стой на РНЖ, бегай по кругу. Это миликом сложно среагировать. Красная дура, ладно. Давайте, пускайте. Дай серию, пробуй сейчас. А может, сразу беру? Давай. Я верно. Ох, ебачит, старый.
это, блядь, нахуй. Сур, нахуй, надо. Я круто, блядь. Все, красная сабочка, уга. Понятно. Ага. За мной бежит, что? Не-не-не, за там не успел. А. Да, я давай к нему дубасил, и тут бог бахнет, меня бежит. Ты можешь его забрать или нет? Забрал. Шокировать всех. Сейчас красная шапочка будет, 5 секунд. Пытаемся. Опа. Да ебать он бегает нахуй. Сука, я даже автоатакой, блядь, не успеваю его атаковать. Раскачан, уёбок. У вас по ДБМу показывают, да, что красной шапочкой там сейчас будет? Да. Да? Ну, что-то у меня ДБМ вообще не показывает никаких этих у него. Это Сирус? Да. Ой, блядь! Уебал ноги, да. Я вообще не ожидал. Я не был готов к такому. Да, блядь, ты заебал терять, уёбок. Чё ты играешь? Да, чёрт, читай. Сейчас будет следующий. Да, миликом, конечно, будет вообще неприятно. Шика. Да, Шурика, бегай. Сыка, сыта. Я даже автотака, блядь, не успеваю за ним. Я вихрем проебался. Ебанский босс. Скоро красная шапочка. Шика, опять сюда. Нахуй сейчас все распекнуть. Это ДБМ. Да заебал, терячу. На поле. А, я подошел, мне стану ебал. Красиво. Ебать, смахнул нахуй, пидрила. Щиток спас, там всегда щит от тычки спасается, что у вас есть, типа, блядь, две тычки, чтобы бежать. Сука, он мне еще одну двуручку убрал. Батю ебан. Придется разбагивать. Так, красная шапочка скоро будет. Жарим. Че, его даже теребить нельзя, что ли, в красную шапку? А че, блядь? Че, блядь, красная шапочка, нахуй тебе волка бить, ты шо, рохаешь, блядь? Ну, бить, это типа нереалистичный, блядь. Минимум, да. Какой-то односторонний бой получается. Как все волк сильнее. Где, бля, книжки нахуй? Раз шапочка, бля, волка пиздила бы. Сум ебать. Ну, бля, укусил за жопу, блядь. Заебал, отъебись. Я ж догоню, блядь. Че, он не стреляет, блядь? Че, он не стреляет? Да сука, ебал я рот нахуй, тут шапочка. Бля, какой раз я, блядь, бью, а это гнездо не падает. Сова одевается у нас, получается. Постоянно эта голова падает, саная. Ебать, Баскевич, надо. Так, от трэша, короче, отлетал его сделали, ебать, по-быстреньки. Можно резким? Да, резким сидим на спине. Идем. Назоримся. Идем лутать Т4 на воина. Так точно. Неплохо пока что идем.